есть. Специалисты посчитали, при современном ядерном ударе у людей будет 10 минут от получения предупреждения о грядущем апокалипсисе до момента взрыва. Правительство при наличии современных систем противоракетной обороны получают предупреждение раньше, но им также требуется время, чтобы запустить информацию о летящей ракете в систему всеобщего оповещения. Поэтому состояние 10-минутной готовности к побегу в безопасное убежище станет для людей постоянным. Миллион людей мгновенно попрощаются с жизнью. При ударе самыми современными средствами ядерной атаки около миллиона человек будут мгновенно убиты, не успев найти спасение. Это будут первые жертвы ядерной войны, и кем они будут, никто не будет знать до того момента, когда какой-то безумец в одном из уголков мира не нажмет адскую кнопку. Взлетит уровень преступности. В военном хаосе преступники чувствуют себя как рыба в воде. У полиции будут немало более срочных дел, чем банальные кражи, грабежи, насильственные преступления. Самозащита в значительной степени станет заботой самих граждан. Уровень взаимопомощи повышен. По мнению психологов, наряду со всплесками преступности, после ядерного удара человечество получит шанс увидеть возвышающие души.